Холодный туман для дезинфекции автобусов. Гомель-Аблаутатранс набил портативные распыляльники, как облегчить працу персоналу и повысить якость опрацовки салонов. За работой нового генератора, который имеется в распоряджении 6-го автопарку, назирала Марина Сиверьянова. Ранее у резервуары треба было спочатку напомповать поветра, потом распылять все ручную. Каб справиться с одним салоном автобуса, тратилось хвилин 20. А таких автобусов за смену прибиральщику необходимо дезинфицировать не меньше 30. Новый аппарат у несколько раз экономит час. Один генератор холодного тумана коштует 600 рублей. Такие набудут для других филиалов Гомель-Аблаутотрансу и ремонтной зоны. Новое приспособление, оно вам облегчает труд? Оно облегчает в том плане, что раньше мы затрачивали по 20 минут на орошение салона. Сейчас у нас уходит полторы, ну, от силы 2 минуты, в зависимости от длины автобуса. Вот. Поэтому, конечно, оно с этим аппаратом намного легче. У 6-м автопарку отказно ставятся не только до опрацовки автобусов, а и до здоровья самих работников. Усім необходимо носить маски, користаться антисептиками. Усё это предоставляет наймальник. У вынику с больше 1000 работников предприемства разом с филиалами зараз на листку часово непрацездольности только 4 супрацовники. К сожалению, уже эпидемиологическая ситуация такова, да, что нужно беречься себя и близких. И расскажите, что делаете вы в автопарке для того, чтобы быть самим здоровым и сберечь коллектив. Ну, мы разработали, утвердили нашего руководителя план мероприятий по профилактике, предупреждению и нераспространению этой коронавирусной инфекции. Прежде всего, что мы сделали? Это ввели масочный режим. Причем внутри помещения ношение маски это имеет обязательный характер. Кроме того, мы изменили график работы медицинского персонала. И теперь у нас накануне рабочего дня, перед входом в помещение, медицинский работник всем измеряет температуру и, соответственно, отстраняет от работы. Кроме того, мы запаслись необходимым для этого средством индивидуальной защиты. У нас на сегодняшнее утро на складе более 1000 перчаток, более 2000 масок многоразового использования. Также у нас более 160 литров дезинфицирующего раствора. Каб заховать здоровье пассажиров, автопарку робят все махчимое. Остатнее, например, користаться в салоне автобусов масками, справа самих пассажиров. Носить не всем. Таким людям можно еще раз нагадать, что маска, коли не оборонить на 100% от инфекции, то значно снизить вирусную нагрузку на организм. А это махчимость хутка и легко справиться с хворобой. Марина Сиверьянова, телерадио, компания «Гомель».